Сосредоточься, Томас, ты должен прийти первым. Я слежу за тобой. Похоже, что обстановка накаляется. На старт, внимание, марш! Вообще-то это нечестно. Вечно Софи опаздывает. Ку-ку, а вот и я. Наконец-то. Какой эпичный момент. Но погодите. Оу! Софи! Нет! Моя нога! Мисс, вы меня слышите? Сколько пальцев я показываю? Где я? Как болит голова? А это что за штуковина? Это гипс. Так вы быстрее поправитесь. У богатой леди и гипс золотой. Вам нужно беречь свою ногу и отдыхать. О, за что мне все это? Хорошо, когда есть друг, который не оставит в беде. Нужно купить как можно больше вкусняшек. И чипсы не забудь, посторонитесь, мисс. Как вам не стыдно? Ну и манеры. Софи убеждена, шоколадки – лучшее лекарство. Главное, ни в чем себе не отказывать. Вот только как назло, на кассе огромная очередь. Так не пойдет. Томас, мне нужна твоя помощь. Что это за странный звук? А ну-ка пропустите. Перед вами очень важная персона. И я тороплюсь. Так-то лучше. Вы забыли пробить вот это. О, нет, мисс. Вы заплатили сполна. Вперед, навстречу приключениям. Я помню, что припарковалась где-то здесь. Бинго! А вот и моя малышка. Осталось только расположиться в водительском кресле. Упс, что-то пошло не так. Так мы точно далеко не уедем. Эта машина мне не подходит. Нужно купить другую. Меняешь тачки, как перчатки. Типичная Софи. Мне нужно что-то побольше. Вот она! Это то, что я искала. Машина мечты. И я хочу ее купить. Эй, вы, чего уставились? Добрый день, мистер. Я покупаю ваше авто. Даже не думай. Может, договоримся? Ладно, выкладывай. Что там у тебя? Я не с пустыми руками. Думаешь, тебе по карману моя тачка? А как насчет кругленькой суммы? Что? Вы это серьезно? Серьезнее некуда. Ну что, по рукам? Похоже, сделка состоялась. Для богатой подруги нет ничего невозможного. Даже не думай прогуливать тренировки, Софи. А как же я буду заниматься? Легко. Смотри, как я взберусь на эту стену. А теперь твоя очередь. Смелее. Это какое-то мучение. Кто тут самый быстрый? Я. Он еще смеет издеваться? Похоже, что на площадку забрел серьезный соперник. У тебя какие-то проблемы, парень? Освободи-ка тренажер. Мне он тоже нужен. Ну все, ты сам напросился. И раз, и два, и три. Как больно. Я называю этот удар кулак ярости. А это кто здесь у нас? Прошу, мистер, вот все, что у меня есть. А этого громилу не так-то легко подкупить. Но надо же, не гипс, а чистое золото. А ну снимай. Ох уж эти рефлексы. Да уж, опасность миновала. Какой сейчас год? Ну вот, вечно ты влипаешь в истории. Ложись на колени, дружище. А ты тяжелый. В VIP-салоне всегда рады богатым клиентам. Я готовлюсь к важному событию. Но тут такое дело. Вообще-то это не наш профиль. А как насчет достойного гонорара? Что же вы раньше не сказали? Как же здорово быть миллионершей. Мне понадобится серьезный инструмент. А вы уверены, что это безопасно? Да уж, зрелище не для слабонервных. Ух, готово. На сегодня с меня хватит. Какая красота! Вау! Выше всяких похвал. Неприглядный гипс превратился в стильную обувь. Дамы и господа, перед нами первая участница конкурса красоты – Кэндис. Вы только посмотрите на ее грациозную походку. Эта конкурсантка, несомненно, достойна первого места. Для меня это такая честь. Эй, но как же так? На нашем подиуме появилась новая участница – Софи. Она достойно держится, несмотря на травму. Мисс Золотой Костыль заслуживает ваших оваций. Ну что вы, что вы! И золотая статуэтка
достается Софи. Она так подходит под ваш богатый стиль. Как это мило! Обожаю золото! Я благодарна всем своим близким за поддержку. Браво! Золотые слова! Досадная травма – не повод пропускать долгожданную премьеру. Вы отдавили мне ноги! Но Томас и Софи, похоже, ничего не заметили. Обожаю этого актера. Он такой смешной. Эй, что происходит? Ничего не видно. Еще бы. Ведь Софи перекрыла своим креслом весь обзор. Может, уступите мне свое место? Вот еще. И не подумаю. А это золотая компенсация за неудобство. Ну, раз вы так настаиваете. Так-то лучше. Теперь можно насладиться фильмом. Ой, ой. И все равно как-то неудобно. Но Томас уже спешит на помощь. Ставь ногу на спину. Вот так. Для чего еще нужны друзья, верно? Какое облегчение. Класс. Нет, дорогой, мне это не нравится. Ух ты, какое платье. А цвет? Просто мечта. Давай его возьмем. Ну, пожалуйста. Если оно тебе так нравится, мы его берем. Ауч, аккуратнее. Мама мия, как роскошно! Вау! Да это же платье из последней коллекции! Прошу нас извинить, но не могли бы вы уступить эту вещь? Что ж, конечно! А как насчет красного? Эй, что происходит? Вам не кажется, что тут слишком тесно для четверых? Какие милые ребята! Так на чем я остановилась? Смотри-ка, и вешалка не нужна! У моей золотой ноги столько функций! Обожаю шопинг! Как же скучно дома, особенно когда болеешь. Я просто умираю от скуки. Может, сделаем парочку селфи? Отличная идея. Давно не фоткались вместе. Залог удачных фото – правильный ракурс. Нет, так не пойдет. Похоже, у Софи появилась безумная идея. А что? Использовать костыль вместо селфи-палки. Посмотрим, что из этого выйдет. Улыбочку. И еще раз. А теперь смотрим в другую сторону. Только взгляни, как круто вышло. Вау! Да это же новое изобретение. Вот видишь, и здесь мои костыли пригодились. Даже не знаю, какое селфи лучше. Ой, о чем это я? Софи решила украсить свой гипс необычной тату. Нужно выбрать самый романтичный эскиз. Вы обратились по адресу. Я лучший тату-мастер города. Подержи-ка мои костыли, Томас. Набейте мне ее здесь. Да уж. Но клиент всегда прав. Вы готовы? Кажется, Томас не очень-то доверяет этой леди. Стойте, минутку. Ой, ой, пустите. Мне и не такое приходилось делать. Мамочки, вы закончили? Какое счастье. Идеально сработано. О, вы так щедры. Результат превзошел все ожидания. И не забудьте оставить свой отзыв. Обожаю платежеспособных клиентов. Даже с гипсом на ноге можно отлично повеселиться. Как же я люблю атмосферу танцпола. Да, отличная музыка. А теперь кавалеры приглашают дам на медленный танец. Ну вот, все парни заняты. Придется танцевать с лучшей подругой. Мадам, вы позволите? Это так мило с твоей стороны. И нога в гипсе нам не помеха. Ты только посмотри на этих двоих. Они такие классные. Взгляни, Мелисса. Это так романтично. А теперь как в «Титанике». Я держу тебя. Ю-ху! Даже бармен прослезился. Определенно, эта пара – любимчики этого вечера. Ну, где же она? А, вот и я. Наконец-то ты пришла. О, держись, Томас. О, нет. Снова эта банановая кожура. Пожалуйста, слезь с меня. О, кажется, пронесло. О, нет, твоя рука. Просыпайся, Соня. Сколько пальцев на руке. Да уж, у вселенной хорошее чувство юмора. Вам нужно беречь свою руку и много отдыхать. Ну что, теперь моя очередь тебя развлекать. Вперед! Понравилось это видео? А у тебя есть друг, на которого можно положиться? Напиши нам об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и звони в колокольчик, чтобы не пропустить еще больше веселых скетчей про богатых на канале Трум-Трум. Вау!